Прошло 3 месяца. Молодая семья пережила этот критический период. Оба котенка здоровы и бодры. Они не привыкли к открытому пространству и всего боятся. Самец импалы тоже насторожился. Это же леопарды. До сих пор котята жили в густых зарослях. А теперь мама выводит их на охотничьи угодья, где ее не было после медового месяца. Среди огромных валунов по берегам реки есть много скрытых мест, где ее отпрыски будут в безопасности.